Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Украина увеличит объемы производства собственного оружия для обеспечения потребностей вооруженных сил страны. Об этом президент Петр Порошенко сообщил после встречи с военнослужащими в Славянске. По его словам, руководители силовых ведомств подготовят изменения в государственный оборонный заказ. При его формировании будет использован тот опыт, который украинские военные приобрели во время боевых действий на Донбассе. Таким образом, отечественное производство будет загружено всем, в чем нуждается армия. Начиная от бронежилетов и заканчивая тепловизорами. Государство также вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе антитеррористической операции. Также глава государства встретился и пообщался в Славянске с местным населением и заверил людей, что власть сделает все возможное для того, чтобы город побыстрее вернулся к мирной жизни. В частности, электроснабжение в Славянске уже налажено. Также местным властям поставлена задача восстановить жилой фонд, отремонтировать водогон и газоснабжение. Петр Порошенко заявил, что готов к переговорам о дальнейшей судьбе Донбасса со всеми, кто реально представляет население региона. Металлургами, шахтерами, с людьми, которые владеют наибольшими полномочиями. Однако были зажаты силой оружия и выразил надежду в ближайшее время посетить Донецк и Луганск. И вот за то, что мы все вместе, я вам благодарен. Раньше Славянск был символом террора и насилия. Сегодня Славянск является символом освобожденного Донбасса. И я вас с этим поздравляю. Украинская армия пришла для того, чтобы всех защитить и восстановить порядок. Вот я вам обещаю, что отныне здесь будет порядок. Перед приездом президента Украины в Славянск были обнаружены две диверсионные группы, которые планировали теракт. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цыголко со ссылкой на слова самого Петра Порошенко. Боевиков задержали. В Славянске и Краматорске практически восстановлена работа прокуратур. Об этом заявил генпрокурор Украины Виталий Ярема. По его словам, работу этих ведомств надо наладить в максимально короткий срок. Тогда удастся прекратить деятельность террористических организаций и преступных группировок. Ярема также отметил, что прокуратуры Луганской и Донецкой областей работают в условиях, максимально приближенных к боевым. Немедленно предоставить информацию о незаконном вывозе Надежды Савченко на территорию России, а также расследовать этот факт, наказать виновных и допустить украинского консула гражданки Украины и в кратчайшие сроки вернуть ее домой. Этого требует МИД Украины от Москвы. Ведомство также выражает решительный протест против вывоза за пределы нашей страны легендарной летчицы, которую ранее захватили в плен террористы на Донбассе. При этом Министерство иностранных дел призывает международное сообщество осудить противоправные действия России и усилить давление на Москву. Так как Кремль, ощущая свою вседозволенность, превращается в угрозу всему цивилизованному миру. Это является еще одним подтверждением того, что боевики планируют и реализуют свои преступления на территории Украины в тесной связи со спецслужбами Российской Федерации. Открыто похищая граждан Украины на территории нашего государства, российские власти не только нарушают всевозможные нормы международного права, но и уже переступают элементарные нормы приличия и морали. Такие действия не останутся без адекватного ответа со стороны Украины и международного сообщества. Ожидаем от российской стороны принятия мер с целью безусловного освобождения Надежды Савченко из-под стражи и ее возвращения в ближайшее время на родину. Заявление МИД Украины от 8 июля 2014 года относительно незаконного вывоза в Россию, захваченной террористами, Надежды Савченко. Известная украинская летчица Надежда Савченко, которую взяли в плен террористы, сейчас находится в следственном изоляторе в российском Воронеже. Сегодня там состоится первое судебное заседание. Надежда Савченко принимала участие в контртеррористической операции как доброволец и попала в плен к боевикам возле города Счастье под Луганском 18 или 19 июня. Ее подозревают в убийстве российских журналистов. Напомним, 17 июня под Луганском погибли два сотрудника всероссийской гостелерадиокомпании. Они попали под обстрел вместе с группой боевиков, которые атаковали позиции украинских силовиков. Российский адвокат Савченко заявляет, что обвинения ей пока не предъявлены, и заверил, что Надежда чувствует себя хорошо. Условия ее содержания также удовлетворительные. Ну и пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.